Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор вот таких вот трансовых колес от компании Клеймер. Это наше производство, не Китай. Выполнены они полностью из нержавейки, подходят для большинства моделей лодок. И две пары колес, ну, в основном применяются, если вы запускаете лодку с берега достаточно с мягким грунтом, где много ила и всего остального, то есть больше опоры, значит меньше они просядут в грунт. Размеры, в принципе, у них стандартные практически, то есть это диаметр баллона у нас получается 250, ширина 8 сантиметров, идут они без подшипников, на втулке. Вот. Естественно, комплектующие все из нержавейки. Крепятся они непосредственно при помощи вот таких вот кронштейнов, которые устанавливаются на транец. Вот. Ничего сложного. Здесь имеется подпружинный механизм, который позволяет фиксировать колеса в верхнем или в нижнем положении. Ну и, естественно, многих интересуют различные размеры, которых сейчас попробую как-то вам показать, рассказать. Вот. Итак, расстояние болтов, получается, между болтами по центрам 7 сантиметров. Ну, могу сказать, что толщина металла здесь 3 миллиметра. Это более чем достаточно. Ну, вот, ширина, здесь профиль у нас идет 30-й, получается, квадрат. Вот, расстояние от крайнего болта до первого изгиба получается у нас 18 сантиметров, от крайнего болта до центра оси получается колеса у нас по прямой это 30 сантиметров. Какие тут еще могут интересовать, ну, угол ответвления и все остальное. Могу еще дать размер от болта до самих колес, получается порядка 20 сантиметров. Вот, это те вопросы, которые чаще всего задают у меня, спрашивает тот или иной размер. Ну, в принципе, все остальное здесь показано, многие знают такие колеса, ну, вот такую конструкцию, поэтому она уже не один год у нас на рынке и многие ей пользуются. В комплектации у нас идет, получается, две стойки с двумя колесами, кронштейны, крепеж. Вот у нас с нашего сайта подарок идет к колесам герметик для установки. Вот, колес отдельно вы можете докупить сюда чехлы, которые защитят вашу лодку во время транспортировки ее куда в сложенном виде. Вот. Ну и, естественно, для данных крепежей есть дополнительные аксессуары, такие как на установку, допустим, этих кронштейнов. На эти кронштейны можно установить также держатель датчика эхолота. Вот, потом крепеж там на обратную сторону можно установить держатели спиннинга. Ну, очень удобно. Вот, и можно брать целым комплектом. Все у нас есть на сайте. Итак, понравились данные колеса, можете оставлять у нас заявку, ссылочку найдете сейчас в конце видео. Понравилось видео, ставьте лайки, если будут вопросы задавать, постараюсь на них ответить. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.